Дима, привет! Привет! А мы собираемся на улицу. В прошлый раз мы хотели на улицу пойти, но Дима что-то долго собирался, так и не оделся, и мы не пошли. Но это был ему урок, а мама оделась, а Дима что-то долго скакал. То сегодня Димочка уже быстро сам оделся. Представляете, водолазку сам одел, штаны сам одел, носки. Только вот обувь у него, конечно, тяжело одевается, у него огромная нога, мужская, да? Берем с собой мусор выкинуть. Две маски приготовила. Здесь я собираюсь. Вот, одеваюсь. Взяла сумку блогера. Обязательно, да? Там вот еще мы. У нас зеркальце. Посмотрите, как у нас стало красиво. Я еще даже не записывала ролик полностью ремонт квартиры, потому что жду, пока привезут мою стенку, потому что у меня в комнате не очень сейчас еще пока красиво. Когда там привезут, и я тогда выпущу ролик. Ну, там... Сколько-то времени ждать. Двери наши красивые. Вот тут двери красивые. На кухне мы сегодня убирались с Димочкой. Да? Да. Зайка маленькая. Вот. Что я хотела там? Что мы там дальше с тобой? Шапку. Шапку. Да, шапку. Сейчас, знаете, такая большая редкость — бумажные деньги. Но покупая творог, к сожалению, нужны бумажные. Я бы карточкой расплатилась. Ну вот, наверное, дам ей 500, чтобы она дала мне по соткам. Скорее всего, так. Потому что у меня мелочи вообще нету. Да, скорее всего, так. Возьмем с тобой 500-ку, я положу в кармашек сразу. 500. Уже кошелек не нашел. 500-ку зачем? Ну, будем с тобой творог сейчас пойдем, если, конечно, он еще будет. Купим. И гулять пойдем. Одуванчики наберем. Да там есть, там толка скупали, есть. Есть? Собрались такими все-таки. Маску нацепила, сейчас я ее одену в подъезде, чтобы не цепануть. Дима отказался, да? Ну, вроде как здесь дети не заболевают коронавирусом, потому что у них прививка там какая-то была недавно, да? Или оденешь все-таки? Было бы здорово, что ты одел, Дим. А на улице мы бы ее сняли. Давай оденем. Нет, нет, оденем. Ну, что ты не хочешь-то? Сейчас люди скажут: о, какой Димочка молодец, без маски на улицу не выходит. Скажут люди сейчас там, смотрят на тебя, скажут: какой ты маску, умничка. Маску совсем. Так ее оденем. Маску совсем. Чтоб не заболеть, зачем? Что-то она тут. Немножко я вот тут резиночками вот так за это завязываю, чтобы она была поменьше, у нее были хвостики. Дима, это у нас не пои, не пои! Неаккуратно, Дима. Это твоя баба Лиля в прошлый раз дала маску новую. Выродите, пожалуйста, Диме маску в Макдональдсе мы были. Новая маска. Вот так же была завязана. Так она ее так взяла, знаете, ее так растянула и начала одевать. Она порвалась сразу, да? Да. И она порвалась. Я говорю: что не одевается? Она порвалась. Я говорю: да, конечно, если ее вот так вот шик, расстегнул, как трусы какие-то, да? То, конечно, она порвется. Все, мы обе, оба, обе-оба, абу, би-ба-бу-ба, би-би-бу-бу, в масках. Все, собираемся. Дома остается моя резинка. Все, что с собой взяли. Все. Мелки еще взяли. Мячик будем брать? Нет. Нет? Не будем? Нет. Ну, как хочешь. Будет холодно, вот так холодно. Ну, все, пошли. Катаешься, Дим? Волосы развиваются у тебя? Улыбайся. Ихи, какой Дима сладкий. На творог мы опоздали. А что ты делает? Сверлят что-то, чинит. Раскачивайся сам. Ну, какой Дима стал взрослый. На меня смотри. И какой Дима взрослый. И какой Дима взрослый. Дима! Дима! Пришли на другую площадку. Тут такая она заросшая, но мне нравится здесь. И другая красиво. Площадка, другая. Другая, да. Там он футбольное поле находится. Ну, это все.
Песка много. Мы песка с тобой много домой принесем. Песка? Песка, да. В обуви песок. Да? Мальчик он рисовал. Ты в домике? Ой, мальчик. Ну, это ногами кто-то. Это ты в домике, Дима? Домик. В домике. Какой у тебя домик. Дима в домике лазит. У нас все цветет уже. Там вот садик. Не наш садик, наш соседний. Соседний у нас вообще ничего нет. На территории садика. Разбросанный песок, только песочница. По-моему, и все. Тут вообще прям шикарный садик, красивый. На нем так и хочется гулять. Там вот цветет яблонька какая-то. Птички поют. Красиво так. Красиво. Все цветет. Да? Пахнет? Пахнет? Цветочек какой, да? Пахнет? И эти тоже. А вот тут смотри побольше. Побольше? Да, побольше вот тут. Она там замерзла, эта веточка, наверное. Вот тут иди сюда. На. Какие цветочки. Если эти точки, это тоже себе дом возить. Дома у нас же стоят похожие, искусственные, правда. Но такие же. Вот какие. Птицы как поют. Видишь, дядя выше? Посмотри. На даче тоже, наверное, тюльпаны уже выросли. Да. Такой вон. Нельзя. Ну, там лазить нельзя, это памятник. Треснет он. Треснул там, да. Что-то там. Звук странный. Ну это облако. Облака там. Там травка, смотрите, какая зеленая, призеленая прям. Прям зеленая. Что там? Звезда. Во, скотчем его обклеили. Обалдеть. А чтоб держаться. А это домой ты можешь снести? Нет, нельзя. Тут тебя сейчас охранник выйдет, тебя поругает. Это вот памятник поставили, не трогай. Какой ты? Подвод. А, подвигом. Поэтому подводим итоги. Это буквы там он читает, что написано. Всем летчикам Великой Отечественной войны посвящается. Летчики, кто летали, да? Там? Не знаю, дырочки там какие-то. А, это, наверное, была какая-то труба, ее просто обклеили. Не лазить там, сейчас вылезет кто-нибудь. Куда ты там пошел? А, тут вон тоже. А эти такой. Остренькая, да? Да. Да, это какой памятник. Красивый. Это тоже острый. Вон одуванчик. Много одуванов. Это тоже острое. Тоже острое, конечно. А эти такой, эти. Ну это огонь такой. А тут вон деревья какие. Как растут, интересно. Какие у них листочки интересные. Кверху. Вся ветка пустая. Отвалилась класска. Отвалилась, да. Тут какая трава, смотри. Трава какая зеленая, призеленая. А тут у них вон горка. Идем. Ребенок. А тут цветочки вон еще. Мясо, смотрите, какое. Красное-красное. СПМ, говядина, задняя часть. Задок. Ну такой прям красный говядина. Я что-то давно такой, честно говоря, не видела. 292 рубля за 500 грамм. А, 500 грамм. А за килограмм 549, 555 в перекрестке. Посмотрим, какая она на вкус. Супчик будем из нее варить сейчас.
Пришли мы домой. Ой, такой длинный путь сделал. Часа три гуляли, наверное. Час мы вышли, время сейчас 16:00 уже. Вот. Дима сейчас сначала чуть-чуть кашечку покушает, и потом бульончик. У нас здесь мяско. Вчера я варила, такой красная говядина была. Лучок, и туда сейчас яичко добавлю, и бульончик. И у меня также. У Димы свежий лучок, у меня мороженый. Решила я за мороженым попробовать. Тоже мяско чуть-чуть, такой легенький бульончик с яичком говядиной. Салат. Нет, не салат. Ну, можно еще перчик добавить, конечно, если хочешь. Вот, кастрюлю решила полностью разогреть. Салат, это салат. Вот, остатки мяса там остались. А, и чай у нас, да, у нас сегодня вот такой чай. Так вот там много всего интересного. Вкусный. Туда я буду чистить сейчас яичко. А, у нас пасхальные яички. У нас на самом деле Пасха была недавно. Вот, но ролик выйдет с опозданием, с большущим, наверное. Вот, такие вот красивые яички хотела вам показать. Вот розовыми прям обалденно нравятся, они большие. Мне кажется, даже розовые больше гораздо. Вот. И тут у нас еще сухофрукты. Ну, тут кулички, само собой, да? И одуваны, какие красивые одуваны. Они так медом пахнут вообще обалденно. Одуваны кто? И мы садимся кушать. Пожелайте нам приятного аппетита. Одуваны кто? Вот такая красота у нас получилась. Вкуснятина. Вчера чуть-чуть перекусила, точно так же, только без мяса. Очень безумно вкусно. Прям люблю говяжий бульон с зеленью. Вот я с этим, с луком вчера пробовала, с таким вот свеженьким. Мне понравился. А еще с петрушкой очень вкусно. Мясо. Легкий супчик. Такой легенький.